Блин, фэнтези адвенчер. Потусторонние приключения. Фэнтези. Мы дошли до момента, что если имея, допустим, алхимическую лабораторию, то ворота, да все замки могут через алхимию идти. Как параллельная ветвь. То алхимики, да, визардов, вот эти гремлины. Но синие гремлины, ну зеленые синие гремлины есть. Не синие там сдвинуть, а не зеленый, допустим, и считается, что он в алхимии за день дает, ну, одно знание. А если, допустим, Парсал, ну, исследовать, ну, то есть есть замок Варлоковский, исследовать, ну, портал, ну, называется портал, черный портал, но он как, черный подвал Варлока, но уже и портал может быть, но он называется как подвал, данж, блэк данж, ну, блэк данжу. Он как тенится, но не тенится, не совсем, в этом смысле. То есть замок может удвоиться туда, куда-то. Даже если там, ну, нету шторм никаких. Типа магический протопузырь, который нигде почти везде, он может реально проявиться, в зависимости от пожелания. Ну, тут мистицизм играет, и там, что ж, кто хочет получить это. Ну, властелин этого замка. Повелительница. Если Лярвик, то повелительница может быть. Черный Лярвик. Даже черный Лярвик может в итоге это получить. Но она получит розовую магию. Плазмазар. Розовый плазмазар, который в днях может действовать на... Как огонек расти там. Ну, беси какой-то... Типа, один черный динозавр, какой-то броет, и там огонек повелительница. Повесить, и он будет скидывать тогда вот эти бронепластины себя. Или прожигать, или тут будут откидывать, если это же очень будет прожигать. Ну, в неудобном месте каком-то. Или попытаться сбить огонек на скалу. И тогда можно забрать эти пластины себе. Огонек магии потушить, но на наших кто-то следил еще. Ну, допустим, черные визоры. Визор Ай. Ну, Black Eyes, черная глаза. Если он где-то на скале есть, и они сидят за вот этими, ну, стадами, скажем, армиями, черные бести. Ну, бест — это зверь. И тогда, ну, мы все-таки фокусы проворачивали магические. То есть себе какой-то брони набрать, ну, то черных называют, или черной магии повесить. И из них можно черные скрижали делать для знаний. А нет, допустим, 300 зеленых гремлин в алхимической лаборатории. А лаборатории такого нету, то есть это, ну, теневой подвал варлоков магический. Ну, он полупотусторонний, а там можно алхимическую лабораторию открыть. И тогда... Допустим, в день один гремлин дает одно знание, а надо, допустим, 400 знаний, а гремлин есть только 300. И плюс сотня своих знаний, то и через день как бы это произведется. Но если столько гремлинов нету, столько знаний, то вряд ли персонажа нет. Плюс есть 30 реальных гремлинов, так и зеленых. Ну и там, или 20, и 10 персонажей. От шала знаний каких-то там продуцирует. Но она может исследовать только на 10 знаний. Магически. И всего 30, и через 10 дней тогда появится трафарет этого заклинания. Подвал воронка. Ну, Black Dungeon. И само как бы он удвоится вниз. Тогда можно уже что-то расширять его. А тут его алхимическая штука, там можно вместо какого-то знания ставить. Ну, сразу сколько этих возможностей. 20 гривен на 10 знаний, 30 за 10 дней, 300. Ну, могли же 400. Ну, по 60 еще и сам замок можно давать. То есть, реально 20 гривен, 10 герои дают, ну, персонаж, или аватар какой-то, и 10 сам замок.
еще, ну, да, я не знаю, 40, и тогда исследование этой магии, а магия принадлежит вот этому замку. После древний замок Варлока, он, допустим, был как бы, ну, развален. Ну, не совсем развален, просто как отшилы, там ничего не было, может, что-то вынуть, ничего защитить, он в опасном месте находился, или о нем забыли. И тогда он уже дает, как бы, вот уже первый ход, что он что-то приносит. А тогда можно с ним идти 300 метров как бы, по ту сторону. Или там же портал магии поставишь. С Сишевского замка сюда перекидывает землю. Тут должен кто-то типа Белатрикса какой-то. Ну, белый маг или... Который связан с магистром. Тогда он может поставлять этих... И время, но они тоже магические. Зеленые в основном они... Ну, просто сколдованные. И земли какой-то дух. Призванный в них, типа, живет, ну, выходит, он чем-то занимается, как соседи, сообщества. Но также они будут шпионить позже своих визитов. Ну, в зависимости, если есть магия, тень. Ну, как бы тень воровка, или вуаль тени. И замок покрытый, вот это, или там, нужно, ну, нужно там... Там дворец Минотавра или там вот этот данжен на подвал Варлока расколдовать, тогда он будет скрывать как магия. Но если не надо, если он решил скрыться, он по каким-то причинам, ну, найти предлог, какое-то вторжение наверху, чтобы скрыться, чтобы его не обнаружили. А тут может поднять его за счет магии, надо затрачиваться. Ну, типа через оракул сюда, если я, ну, между магией, союзами. И великий оракул может контролировать эту штуку. Ну, то есть, по расам вороки будут говорить другим воротам, также они будут конкурентами. Даже и визарды. Визарды чаще. Они как... С одной стороны, как... Ну... Смотрящие над вороками, а с другой стороны, как оруженосцы. Потому что с кем-то надо, ну, как бы... Контактировать, типа... Как магия тройки, в синергии войти с кем-то. То, чтобы свое могущество тоже влияние распространять. Не получать какой-то выгод от своего влияния. И чаще вот эти 3-5, например. Ну, то есть архимаг с тенью, с колдовской тенью. Ну, тень колдуна. Он тогда может колдуну типа быть оруженосцем. Но колдун у меня 5 сил магии. А тут как бы дефенс имеет, ну, защита от магии. 5 теней. Ну, потому что, а колдуну надо, чтобы, допустим, в совете в какой-нибудь, ну, в пентаграмме. Ну, вообще в пентагоне, да, в пентаграмме. Что в пятером, допустим, они колдуны заседают. Один кто-то, типа, шпион, другой колдун. Этот Белатрикс может Мраксу, ну, колдуну Мраксу помогать подголосовывать в совете колдунов. Это же у него будет 2 голоса от тех трех, и там 2 согласно, 2 не согласно, один решает. Ну, надо подгадать там, чтобы, ну, кто-то один из них бы решал в этот момент. В итоге там сомнения или это решит нужную пользу. Какие-то решения примут на совете Варлока. А высший совет Варлока — это белый совет Варлока, Визард. Визард другой немного набор. Хоть и не Варлоки. Но и тоже могут управлять и влиять на те же. Ну, то есть он может свой Визард с ним замкнуть. И там где-то на ниже скорость, надо меньше ходить, со стены встаёваться этим. Ну, то есть, если замок покинут, то там легче удержать его капитана. А завести своих минотавров, или то в подземельях по посторонних иметь. Тоже чёрных минотавров. Ну, даже дарфонта драконов. Ну, титаны, вот эти 50% урона, плюс 50% как раз против дарконов.